Ростовчане, всем привет! Сегодня отмечается Всемирный день ветра. Именно это погодное явление я не люблю больше всего. Пускай лучше жара, дождь, снег, но только не ветер. Особенно наш ростовский, который иногда сбивает с ног. Сегодня он, кстати, разошелся не сильно, дует слегка заметно. А вот какую скорость он разовьет завтра, расскажу в прогнозе буквально через пару десятков секунд. Сегодня планируется слегка облачной и комфортной по температуре. Термометры на улице покажут плюс 21, а днем воздух прогреется не сильно, до совсем не жарких 25 градусов, ведь солнце временами будут прикрывать облака. Ветер, отметив свой праздник, станет перемещаться быстрее, но совсем чуть-чуть, на 4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное, 750 миллиметров ртутного столба. Влажность 63%, но о дожде синоптики не говорят. На этом я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго! Thank you.